В этом ролике я пригласил разных ютуберов, чтобы поиграть в ультра-хардкор. Но абсолютно каждую секунду супер-вещи будут падать с небес. Кто победит, обязательно досматривайте этот ролик до конца, чтобы узнать. Кстати говоря, осталось всего лишь 10 тысяч человек до 1 миллиона и 300 тысяч подписчиков на нашем канале. Поэтому, если ты впервые на моем канале, то скорее нажимай на эту красную кнопочку подписаться. И тем самым ты мне подаришь улыбку на весь день. Давайте наберем под этим роликом 30 тысяч лайков для нового выхода ультра-хардкора и приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, вы когда-либо играли в русскую рулетку? Потому что я прямо сейчас этим и занимаюсь. Дело в том, что каждую секунду, ребята, с небес будут падать различные предметы, которые мы будем подбирать. Правда, пока ни один из них не видно, так что у нас есть время, чтобы добыть, так скажем, первое дерево. Развитие начнем в Майнкрафте, как обычные игроки. И посмотрите, сколько... О май гад, кто-то уже потерял свои хп, серьезно? Неосторожно, неосторожно. Но мы сами, ребята, будем играть осторожно, аккуратно и будем смотреть, чтобы не потерять какой-нибудь крутой дроп. Например, какой-нибудь... О май гад, кроватка черная, серьезно? Мне выпал уже какой-то шлем, неплохо. У меня уже имеется какая-то броня, я уже немного экипирован. И теперь считаю то, что я готов скрафтить себе первый верстачок, первый топор и зарубить нашу первую свинюшку. Потому что, ну, питаться же чем-то надо. Так, ладно, все-таки заберу с собой верстак. А то будете писать в комментариях, что я опять забыл забрать с собой верстак. Все, let's go, дальше, смотрите. Мне нужно найти какую-нибудь... О, зеленую ше... А, она пропала! Она пропала прямо при мне, серьезно? Это... О, стой, стой, тихо-тихо-тихо. Подожди, подожди, вот это надо подобрать, вот это надо подобрать. Так, я... Хопа, найс, у нас имеется теперь золотой нагрудник. Конечно, для начала это неплохо, но я вообще жду себе зачарованное золотое яблоко. Это темп бессмертия, зелье силы 2 какой-нибудь, или я размечтался? Дело в том, что все предметы исчезают через 10 секунд после того, как они приземляются, поэтому это добавляет немного хардкорности. Например, вот упала какой-нибудь алмазик, например, он полежит на полу секунд 10 и исчезнет. Тем самым, если ты его не подберешь, ну все, ты пропустил свой шанс. Посмотрите в чате, например, Карло говорит, нет, а темп исчез. Вот я про это вам и говорю, это на самом деле довольно обидно. Кстати говоря, напоминаю о том, что в ультра-хардкоре хп не регенерируется ни при каких обстоятельствах, а также у нас имеется барьер, который так быстро сужается, что через несколько минут он может спокойно нас поглотить. Так, тут разные бесполезные блоки. А также у меня имеется яйцо призыва эфрита. Поэтому знаете что? Если что, это будет моим оружием. Сегодня я буду спамить эфритов и пытаться кому-нибудь ими убить. Главное, себя не убить. Йоу, смотрите, нашел целую поляну с вещами. Так, давайте аккуратненько туда спустимся. Возможно, мы найдем что-нибудь туда интересное. О, смотрите, как верстаки пригодились. Отлично, не зря забирал с собой так кроватки. Почему тут так много кровати? Дайте мне какой-нибудь меч уже. Мне кажется, ребята, мне нужно придумать тактику. Первая тактика. О, забрать ведро. Опа-на, ведро забрали, найс. А движемся с вами, ребята, на нулевые координаты для того, чтобы, во-первых, встретиться с игроками. И во-вторых, чтобы не умереть от барьера. Ну, а также в-третьих, потому что, возможно, там будет какая-нибудь равнина, и мы сможем спокойно собирать все предметы. Знаете, тут деревья, леса, и это как-то неудобно. Вещи падают на деревья, и это просто мешает их подбирать. Интересно, с каким шансом тут имеются уже игроки, у которых имеется там, я не знаю, незеритовый какой-нибудь нагрудник или вообще алмазный фул комплект брони. Надеюсь, таких ребят здесь нет, потому что. Я ом! О, что? 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 Я только что о нем поговорил! Ты что, издеваешься? Нет, 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 Футус, ты что, прикалываешься? Футус, иди обратно, Футус, иди, пожалуйста, обратно. Что он делает? Алмазник и незарит. Я как будто только что про тебя говорил. Чё за приколы такие неприкольные? Я бегаю такой, значит, с деревянной кирочкой, с золотым нагрудником, а он там уже в незаритовой алмазной броне. Видите, ребята, это реальная русская рулетка. Просто кому как повезет. Знаете что, в принципе... А, стоп, я же могу с ним даже подраться. У меня явно есть одно оружие, которого нет у него. Так, давайте аккуратненько к нему подбежим поближе. И используем такую способность, как... О, меч, отличненько, ребята, мы с вами забрали меч, но это еще не главное. Меч сегодня не самое главное, потому что у меня имеется некоторое оружие даже пожестче. Просто понаблюдайте за этой картиной. Алмазник в незаритовой броне. Что я сказал. Короче, парень очень хорошо залутан, убегает от чувака, который не залутан абсолютно. Ну давай, братишка, неужели... Чего, блин, вы только что это видели? Вы видели? У него золотое зачарованное яблоко. Это что, прикол какой-то? Это что такое прикол? Почему у меня таких вещей нет? Футус, что ты сделал? На тебе, блин, эфрита, все, отстань от меня. Боже мой, все, ребята, я ухожу. Пускай они там общаются, пускай он хавает золотое зачарованное яблоко, тратит его, а я тем временем, знаете... О, отлично, он, кажется, его поджег, нормально. Пока они там общаются, я могу быстренько... алмазный блок, быстрее, 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 подбирать, подбирать, и найс! Первый алмазный блок, ребята, у нас уже имеется. Первый алмазный нагрудник у нас скоро будет в кармане. Так, что еще тут имеется? Там имеется Футус в долину, знаете что? Я крафчу себе новый верстачок и делаю себе, пожалуй, новый нагрудник, потому что с тем нагрудником далеко особо не пойдешь. Мне нравится эта поляна, потому что здесь имеются неплохие вроде предметы. Так, каменный меч у меня уже был. Мне нужно что-то получше, например. Ну, например, хотя бы алмазные ботинки. Давай, найс, мы подобрали. Еще я подобрал какой-то повторяющийся командный блок. Если я правильно помню, то этот командный блок повторяет любой предмет, который мы на него кидаем. Условно говоря, если я кину на него алмазный блок, я, скорее всего, его дюпну, и это очень интересно. Давайте оставим его на попозже. Если у нас появится золотое зачарованное яблоко, то мы сможем быстренько, так сказать, его дюпнуть. Мне кажется, что самая лучшая локация для предметов — это в воде, реально. Потому что в воде очень много предметов, которые нужно просто успевать подбирать. И для этого, в принципе, можно скрафтить себе лодочку, в которую мы сможем сесть и просто плавать по этому океану, так сказать, и подбирать. Так, я слышал только что, что кто-то как будто упал в воду. Так, овечка, это ты? Ладно, как бы там ни было, садимся в лодочку и, пожалуй, выбросим все ненужные нам предметы, чтобы у нас было место в инвентаре подбирать что-то более интересное и полезное. Блин, случайно выбросил доски, но ничего страшного. Так, где мой хороший качественный дроп? Где
системой, там, я не знаю, какие-нибудь алмазные, зачарованные вещи. Опа-на, я нашел лук, окей, неплохо, у нас имеется хотя бы одно оружие, хотя у меня для него, к сожалению, нет стрел. Нам нужно либо расчистить эту территорию, чтобы деревья нам не мешали, либо продолжать по нашей тактике двигаться в сторону нулевых координатов. Так, это у нас получается вон в том направлении. И, как говорится, держим курс туда. Так, а пока что я все-таки должен присматриваться и выискать какие-то хорошие предметы. Так, а где они вообще? Опачки, ребята, я нашел шлемас себе. Новый шлем алмазы. Найс, неплохо. А также помимо шлемаса, я могу сделать себе новый верстачок и скрафтить себе золотое яблоко, потому что у меня имеется золотой блок, и у меня имеется одно яблоко. Все замечательно. По-прежнему я думаю, использовать ли мне данный командный блок. Поэтому знаете что? Давайте его используем прямо сейчас. Я не знаю, как он работает, наверное, просто кидаешь его. О, меня стреляют уже! О май гад, ребята, не до командного блока время. Так, кидаем золотое яблоко, кидаем командный блок. В него давай, переврати нам что-нибудь крутое. Заспавни нам миллион стаков золотых зачарованных яблок. Блин, это не работает. Все, ребята, текаем отсюда. Нас уже пытаются убить. И знаете, на это крайне нехорошо. Поэтому. Алмазный топор, омайгад, там алмазный топор, там лежит алмазный топор. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, ребята, у вас появилось хорошее оружие. Наконец-таки неплохое хотя бы оружие. Так, тут какие-то зачарованные стрелы. Пожалуй, мы их тоже подберем, потому что лучок у нас тоже имеется. Так, еще какое-то зелье тут имеется, непонятно на что. И, пожалуй, ребята, пришло время хавать наше золотое яблоко. Все, как. О май гад, нифига себе, я долго его ел. Так, хорошо, где там наш дружище? Раз, два, три, четыре, пять. Я. Опа! Не попал. Нет, ну я, конечно, молодец, я всегда это знал, но все-таки нужно с этим что-то поделать. Потому что так, я могу заспавнить какого-то Эльдер Гардиана, пускай он его убивает. А сам тем временем куда-нибудь убежать. О, я могу подобрать трезубец и аккуратненько в него пострелять с помощью трезубца. Давай, let's go! А, ладно, он там занимается своими делами. Не будем ему мешать, пожалуй, просто спрыгнем в воду и поищем себе какого-нибудь хорошего дропа. Проблема в том, что он просто так от нас не останется. К тому же, о, боже, золотой шашок! О, давай сюда, золотое зачарованное яблоко, наконец-таки, боже мой, я ждал тебя всю жизнь. Я ждал тебя всю жизнь. Let's go, ребята, самый подходящий момент, чтобы выбить себе золотое зачарованное яблоко. Потому что если мы сейчас убьем Назаритку, это будет огромное для нас достижение. Мы сможем сразу же залутаться идеально. Будем хорошо одетыми, хорошо обутыми. Ну, конечно, без золотого яблока. Но главное, чтобы мы хотя бы выжили после смерти этого газара. Так, давайте, let's go. Щиточка у меня с собой особо нет, но в принципе у него тоже. У него назеритовый меч, у меня есть алмазный топор. Если я правильно понимаю, то алмазный топор должен наносить больше урона. И я только что подобрал еще алмазный блок. Let's go, ребят, туда. Мы сейчас такую броню понакрафтим. Что ему и не снилось? О, мы убили его! Стой, тихо-тихо-тихо-тихо! Не горите вещи, пожалуйста, не горите. У него наверняка было что-то хорошее. Так, давайте посмотрим, что у него такое было. У него были кристаллы, которые можем ставить только на обсидиан. Поэтому, если на нем обсидиан, то я уже знаю им применение. Нормальный новый шлем. Также золотое яблоко, разумеется, подберем с собой. И давайте посмотрим насчет его меча. Все-таки. О, назеритовый нагрудник. Давай. Так, теперь у нас, знаете, одна проблема. Как залутать алмазный блок? У меня деревянная кирка, у меня даже нет нормальной кирки, чтобы его залутать. Так, чтобы это какая кирочка у нас? Это каменная. Но она не особо-таки меня спасает, потому что я все-таки не могу его залутать. Вы просто чекайте, сколько вещей на полу. Я даже нашел тут командный блок, типа серьезно. Самый обыкновенный командный блок, который я, разумеется, не могу поставить, потому что я не в креативе. Так, что тут еще у нас имеется? Давайте искать. Всякие бесполезные предметы, ничего такого интересного, какая-то зачарованная палочка интересная. Ну и вроде как все. Поэтому знаете что? Мы отсюда вас сваливаем, и я хочу найти обсидиан, потому что у меня имеется эндер-кристаллы. И я могу очень так неплохо даже кого-нибудь ими затроллить. Оба, кстати говоря, еще одно золотое яблочко. Неплохо, там еще алмазные ботинки, алмазный нагрудник. О, ничего себе тут, ребята, океан! В принципе, я залутал все, что можно было, и у меня даже появился один блок обсидиана. Итак, ребята, давайте оценим, так сказать, состояние наших оппонентов. У нас минус два противника, одного из которых убили мы, и осталось очень много людей, причем многие из них с малым хп. Поэтому, ребята, это наш шанс. Это наш шанс всех найти и убить, и поэтому, знаете что, я буду двигаться по-прежнему к нулевым координатам, как говорится. У меня есть тактика, и я ее буду придерживаться. Не знаю, с какой целью, но я нашел эндер-чест, и почему бы его не залутать? Однако везение бывает разным, потому что, посмотрите в чате, Фунус говорит, что ему выпал бедрок. О, щиток! А, это не щит, это дверь, блин! Я подумал, что это щит. О, эндер-перл, забираем. Я так хотел найти щит, что я просто видел щит, хотя это была дверь. Просто посмотрите, тут какая-то лиса, у которой курица в руке. О, боже мой, что это сейчас было? Моя психика больше никогда не станет прежней. Это что такое? Это лиса, которая только что взлетела, как Супермен. Так, ладно, ребята, я многого, видимо, не знал в этой жизни. И все-таки эта лиса меня снова привела к моему алмазному блоку. Разумеется, у меня по-прежнему нет с собой нормальной кирки, чтобы его залутать. Да и, в принципе, мне вроде не особо это и нужно. Как было бы сейчас неплохо найти тотем бессмертия, но вместо этого, кажется, ребятки, я нашел наших оппонентов, да? Один Оливия, другой так, где-то там еще, ну, короче, они все нормально одеты. Одеты, я нашел щит, let's go. Теперь я по-настоящему уже нашел щит. Хорошо, теперь я этому рад. Так, имеются ли тут какие-нибудь тотемы бессмертия, потому что это было бы очень полезно, но вроде нет. Однако, стоямба, я вижу алмазные штаны, и у меня как раз таких нет, поэтому найс, ребята, переоделись и... О май гад, стоп, меня уже убивают! И кажется, ребята, я к этому готов. Да, я ждал этого с самого начала, потому что тактика у меня уже есть. Итак, внимание, мы начинаем бежать, мы делаем вид, что нам страшно. Нет, я боюсь! Не приближайтесь ко мне! Так, хорошо, они бегут за мной. Так, просто выжидай момент, друзья, просто выжидай момента. Спавни жителя, давай! Нет, на самом деле это не тактика. Тактика заключается в другом, подожди! Я поставил обсидиан, он исчез. Почему мой обсидиан, который я поставил, просто исчез? Меня обманули, ребята, меня только что кинули на блок
обсидиана. Я его поставил, он исчез из инвентаря, и он даже не поставился. Это что за обман обсидиана получается? Ладненько, давайте подойдем к нему еще раз, может быть, он там появился. Да ладно! Я ставил, значит, такой обсидиан, он просто взял ее, и у меня появился бедрок! Ничего себе, стоим! Подождите, а на бедрок могу ли я, допустим, вот так взять, поставить кристалл? О май гад, летс го! Хорошо, ребятки, я поставил. Понял. Кажется, это применили против меня мое оружие, так сказать, такое. Давайте такое. Раз, два, три. Оу, взорвали! Найс! Нанесли урон однозначно. Окей, летс го, убиваем. Один удар сделали. Второй удар сделали. У меня есть щит, поэтому третий удар делаем. Четвертый удар делаем. И последний, пятый удар. Давай, давай! Финальный удар! А, стоп, не финальный удар, да ладно! Капец, вы все жизни. А, понятно, они, наверное, все хавали золотые яблоки. Видимо, я не один такой везучий с золотыми яблоками. Так, давайте, подожди, надо догонять. Надо догонять, типа, это не вариант такого. Раз ударили. Стоп, стоп, стоп. Раз ударили, говорю. Два ударили, потом двоечку прописали. Стоп, я начинаю умирать. Почему я начинаю умирать? Так, не должно было быть, ребята, вы что-то путаете. Стоим, давай, бей меня. Такой хопа, удар один сделали. Давай, давай, еще один удар сделали. Нет, стой! Серьезно, почему она не умирает? Сколько у нее жизни? Да, у нее больше жизни, чем у меня. Она съела какое-нибудь зачарованное золотое яблоко 100%. Хорошо, тогда паркур, ребята. Мы сами Тарзан из детства. Паркурим сюда. Хаваем золотое яблоко, юзаем щит. Аккуратненько, не убивай меня, пожалуйста, меня убивать нельзя. Хопа, такие два удара сделали, три удара сделали, скинули ее вниз. Найс, еще раз кидаем вниз. О, боже мой, ребята, я сейчас умру. Что происходит? Спавним дельфина, дельфин, ускорь меня, пожалуйста. Жесть, 3,5 хп она прямо сзади меня. Мне нужно просто ударить от нее и схавать золотую яблоко. О, подожди, стоп! У меня снова появился обсидиан в руке, который исчез 300 часов назад. И у меня, кстати говоря, опа, кирочка моя алмазная новая появилась. И вместе с ней у меня появилась идея, ребята. Я беру. Оба, что? Зачарованное золотое яблоко в инвентаре? Серьезно! Зачарованное золотое яблоко. Так, ребята, берем обсидиан, берем, ставим эту штуку. И берем такие 3, 2, 1, подыщи, просто взрываем! Найс! Дай 8 урон, убиваем ее! Let's go! У нее по-любому осталось мало жизни. 3, 2, 1, и ты просто умираешь. Давай, давай, давай! Камон, это несправедливо! Ты должна была уже умереть! Почему она еще не умирает? Что происходит? У меня 4 жизни! Жесть, это реально напряженка. У меня золотое яблоко зачарованное, но я думаю, ребята, я не хочу его есть. Я хочу отложить его до самого последнего момента. Стреляем разок, попадаем. Сколько у нее жизни? 2 хп, 2 хп, 2 хп, 2 хп, финальный удар, давай, давай! Камон, let's go! Ну давай, пожалуйста. Да, наконец-то! Боже, мы сделали это! 3,5 хп. Я такой жадный, что я даже не ел золотое зачарованное яблоко. Это было максимально глупо, потому что я мог сейчас умереть, и просто из-за этого золотого яблока я бы реально умер. Фух, окей, переведем немного дух. У меня имеется бедрок, 9 изумрудов. Ладно, найдем кого-нибудь обменяться. Золотые яблоки, боже, чего у нас только с вами нет. Короче, куча всего, но вроде как ничего больше мне особо из этого не надо. 2 золотых яблока, одно из них зачарованное, вот это реально уже неплохо. Значит, так, где там наши остальные все соперники? У нас осталось 4 соперника. Пожалуй, будем направляться к нулевым козятам. Я там вижу алмазный блок, но камон, какой алмазный блок? У меня и так уже все есть. Максимум, что мне может пригодиться, это какой-нибудь тотем бессмертия или зачарованное золотое яблоко. Ничего себе тут вещей, конечно! Вот почему я за всю игру не видел ни один тотем бессмертия? Объясните мне, где они спрятаны? Ну, наверняка же они должны быть где-то здесь, но где-то рядом. Ну, не может быть такого, чтобы их вообще не было. Короче, ладно, как бы там ни было, пожалуй, все-таки одно золотое яблоко я схаваю, ибо, знаете, как-то все-таки отрегениться хочется. Это прямо какое-то волшебное озеро, потому что тут безумно много вещей. Я не видел, чтобы до этого где-то было так много. Так, а еще там алмазный блок. Ну, неужели мне заспавнилось уже 3 алмазных блока и ни один тотем бессмертия? Ну, давай, где-нибудь! Тем временем наши оппоненты продолжают умирать уже. Оливия сделала 1 килл, осталось 3 противника, и надо бы, ребят, уже к ним, кажется, направляться. Стоп, мне кажется, ли там... О, еще одно зачарованное золотое яблоко! Найс! Окей, неплохо, слушайте, у вас имеется 2 зачарованных золотых яблока, и там еще одно золотое яблоко вдали, но, блин, у нас нет тотемов бессмертия. Хотя, ладно, зачем они нужны? В принципе, у нас и так довольно много яблок, поэтому нам этого, я думаю, хватает. Чтобы вы понимали, там даже спавнера лежат. Опачки, стоять, стоять, сядь, есть кое-что, чего у меня все-таки не было, и это незеритовый топор. Мы прокачались, ребята, просто по максимуму, прокачали все, что у нас было, до самых крутых предметов, и я в шоке, как же много вещей лежит на полу, реально, просто я уже не успеваю замечать какие-то классные предметы. Кстати говоря, пожалуй, заберу я все-таки ведро славы, потому что оно может мне пригодиться, и мне кажется, или где-то здесь я видел игрока. А ну выходи, о боже мой, незеритка зачарованная, чего? Какая еще зачарованная незеритка? Так, хорошо, мы схавали одно золотое яблоко, если что, я буду готов есть еще одно, ну а пока что, мы сами берем все, что у нас имеется, в принципе, у меня имеется динамит, и я могу придумать им какую-то тактику. Эндер-кристаллы, к сожалению, закончились, но все-таки динамит может мне немножко тоже помочь. Однако нет времени, наверное, на это, потому что на меня уже нападают, то нападает. О, стоп, 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 какое-то зелье? А вот это мне не нравится, какое-то зелье, я даже не знаю, что там за зелье такое. Какое-нибудь зелье силы 3000, например, знаете, такому я явно был бы не рад. Ладненько, наносим один ударчик, неплохо, так, наносим еще, опа, второй удар, найс. Но мне сложно 2,5 хп за один удар, обалдеть страшно. Итак, хорошо, на счет 3, раз, 3, делаем эпичную вертуху назад и такой, хопа, один раз сделай, о, мне тоже делает удар, нет, бежим, бежим, одно сердечко, боже мой, нельзя, нельзя умирать, нельзя умирать, нужно схавать золотое зачарованное яблоко. Нужно успеть схавать золотое зачарованное яблоко, так, быстренько кушаем его, на нас уже нападают, мы благополучно успеваем и мы оба съедаем золотое яблоко, окей, хорошо, поехали. Битва в Майнкрафте на золотых яблоках. Ну ты слушайте, если я его убью, я просто прокачаюсь настолько, что я буду абсолютно непобедимым. Потому что вот это, знаете, незеритовая зачарованная броня меня так и манит. Но блин, у меня имеются эндерперлы. Если что, я могу просто вот так взять, опа, кинуть ему эндерперлу и начать его просто фигарить сзади. Давай, раз, удар сзади. Боже, у меня лагать начинает. У меня начинает лагать просто из-за количества предметов на полу. Просто посмотрите, сколько на полу ресурсов, у меня просто все лагает. Так как моба под золотыми яблоками, то вряд ли мы быстро умрем. Однако, с другой стороны, я вижу
то, что его хпшка уже постепенно тратится, и у меня есть все шансы. Золотые яблоки, значит, такие кушаем, значит, такие сидим, обедаем золотыми яблоками. Так, он поставил обсидиан, и знаете что? Я от него убегу подальше, потому что не хотел бы, чтобы там оказался какой-то эндеркристалл. Однако поджечь его лавой было бы очень даже неплохой идеей. Блин, он перекрыл мою лаву, окей. Вот это реально серьезная бита, это очень серьезная бита и очень-очень страшно. Стой, нельзя. Нельзя, стоп, ребята, сколько у него хп? У него на полтора сердечка меньше, чем у меня. У меня есть все шансы, но нужно очень-очень осторожно наносить ему удары, чтобы не умереть. Он ищет какие-то вещи. Он ищет какие-то хорошие предметы, но нет, не получится ничего найти. Не сегодня, только не сегодня. Главное, чтобы у него больше не было золотых яблок, потому что у меня их больше нет. Полтора хп у него. Последний удар. Раз, два, три, четыре, пять, и ты умираешь. Давай, давай, стой, 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 нет, стой, стой, стой. Серьезно, да! Обалдеть, это капец было эпично. Все, мы сделали еще один килл. Боже, я даже не знаю, сколько людей мы за сегодня убили. Что у него такое было? Так, не окружает ли меня нигде последний мой противник? У него меньше хп, чем у меня, на полторы штуки. А, стоп, это не последний. Еще целых два человека осталось, и по-прежнему на полу не лежит какой-нибудь тотем бессмертия. Дайте мне что-нибудь хорошее. Подайте на пропитание какое-нибудь золотое зачарованное яблоко, пожалуйста. A few moments later. Ребятки, мой первый тотем бессмертия. Да, наконец-таки я его нашел. О мой гад, я всю игру искал просто этот бедный тотем бессмертия. Тут у меня еще и зачарованное золотое яблоко имеется. Значит так, ребята, у нас начинается дезматч. Я вижу одного игрока на дереве. Барьер максимально сильно сужен. Ой май гад, я вижу еще одного. Окей. У меня есть некоторый план. У меня есть некоторое оружие. Это два. О, серьезно, в меня уже стреляют? Ну все, тогда хаба золотое зачарованное яблоко, потому что выбора особо как такового нет. Значит так, ребята, у меня имеется небольшая тактика. Я постараюсь быстренько ее применить. Так, берем такие сами, ставим эту штучку, ставим вот эту штучку и просто выжидаем самый подходящий момент. Там у нас еще имеется один тарзан на дереве, который может, в принципе, сами скинуть вниз, и сзади меня уже пытаются убить, уже окружают. Давай! Я не знаю. О, смотрите, у всех мало хп, поэтому, в принципе, у меня больше всех шансов, чтобы кого-то убить. Окей, поехали! Спидран по убийствам, поехали! Найс, подожди, чувака, все, теперь убиваем его. Просто разок ударили, два раза ударили, три раза ударили, сейчас он просто сгорит и умрет. Все, просто оставляем его умирать, оставляем его умирать. Разок стрельнули в него спектральной стрелой. Еще раз поджигаем его. Ну все, братишка, у тебя шансов абсолютно больше нет. Его жизни, так, 4 хп у него осталось. Все, давай, братишка, быстрее уже умирай. Его еще сзади окружает другой человек, поэтому знаете что? Его уже убили. Так, поджигаем вещи. О, тотем бессмертия, еще не тотем бессмертия, мне в карман. Найс! Подобрали с вами еще один тотемчик. Окей, у нас имеются все шансы, чтобы победить. Но у него фулл на заритовая броня. О, боже, он наносит очень много хп. Очень-очень много хп. Берем тотем бессмертия во вторую руку. И нельзя умирать, ребята. В меня уже кидают эндерперл. И знаете, ну как. О, нет, только нет, только нет. Кидаем эндерперл подальше. Быстрее. Кидаем эндерперл, тотем бессмертия срабатывает. 3, 2, 1. О, у меня он даже не сработал! Он даже не сработал. Но проблема в том, что у меня нет золотых яблок, чтобы регениться. Короче, мои шансы сейчас. О, что происходит? Что происходит? По какой-то причине я только что чуть не умер из-за того, что я просто каким-то образом оказался за барьером. Но это было крайне странно. Но все-таки у меня нет щита с собой, однако у меня имеется тотем бессмертия, чтобы, если что, им защищаться. Так, один удар сделали, два удара сделали, и у него 4 хп. Да ладно. Все шансы в моем кармане, все шансы в моем кармане. Главное, ими правильно воспользоваться. Так, один удар сделали. Я сделал так много убийц, что умирать сейчас было бы максимально нелепо. Поэтому один удар сделали, еще один удар сделали. Давай! Я чувствую это, не знаю, я чувствую, что я уже выиграл. Я просто ощущаю, что я уже победил. Он даже меня не бьет. Он завязал тотем бессмертия, даже меня не бьет. Ну все, это победа. Это моментальная победа. Только, блин, я могу поскинуть одну эндерперлу прямо к нему. И, о боже, у меня самого мало жизней. У меня самого мало жизней, и умирать нельзя, потому что. О, смотрите, он даже меня не бьет. Или же он все-таки передумал, все-таки хочет драться. Окей, драться так драться. Летков, скидываем вниз. Если, конечно же, получается, скидывай. Давай. Просто упади вниз. У меня 2 хп. 2 хп нет. Нельзя умирать, друзья. Нельзя умирать. Прыжка, один удар сделай. Так, с прыжком. Еще один удар. С прыжка, еще один удар. Да ладно, кто из нас умрет? У меня одно сердечко. Я прыгаю прямо ему на голову. Давай, прыгаю ему прямо на голову. Делаю один удар. У меня используется тотем, я делаю ему еще один удар. И мне кажется, я сейчас просто умру. Нет, я убил его! О, боже мой! Это было максимально жестко. Это было безумно эпично. Напишем в чате ГГ, потому что это была безумно красивая игра. Мы в ней победили, сделав, я не знаю, то ли 5, то ли 6 убийств. И фух, ребята, я максимально покраснел и вспотел за эту игру. Поэтому, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, напишите об этом в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал и посмотреть остальные ролики, которые вы сейчас видите у себя на экране. С вами был Потный Тумка. Боже, это была эпичная игра. Всем спасибо за просмотр. Со мной была моя эпичная команда. И всем пока-пока.